Всем привет, ребята, вы у меня на канале. Первый мой сюрприз бокс Китая. Вот, сейчас продемонстрирую. 10 непонятных вещей, что там находится. Вы сами понимаете, маска, перчатки. Давайте мы будем понемножку смотреть. Сюрприз бокс стоит $15. Немного. Ну, первый сюрприз бокс может быть за такую цену. Ну, давайте. Короче, тут тяжелая коробка. А у вас тоже есть такое чувство, когда пенопласт? Короче, жестко. Ну, давайте посмотрим. Итак. Я уже здесь. Ну, короче, сейчас посмотрим, что там. Оставим коробку. Не поверьте, первое, что мне попалось в глаза, это туалетная бумага. И если что, не знаю, кто это. Вот, видите, посмотрите. И напишите в комментариях, кто это. А, подождите, там в середине что-то еще есть. Черт, это не тяжело. Это нереально. Это что-то жесткое. А, это череп. О, реально этого не видел. Ну, короче, это череп. Такой маленький. Вот сейчас вам покажу его. Это было завернуто в туалетной бумаге. Это мы оставляем жестко. Так, второе. Второе у нас непонятно, что это. Ага, это, скорее всего, у нас кошелек. И это у нас кошелечек такой. Качество, конечно, говняное. Но все помнят в детстве игру Nintendo. Сейчас я вам покажу. Ну, кошелек. Ну, такой себе. Нормально. Так, это, конечно, мусора здесь много. Так, третья наша вещь. Вот, в таком пакете непонятно, что это. Кстати, пакет был открытый. Ага, я так понял, это фонарики. Но батарея, как всегда, нету. Вот можете взглянуть. Но они не соединяются. Ничего, но здесь еще две наклеечки, 4 наклеечки. Их можно соединить. Ну, такая, короче, себе фигня. Так, продолжаем. Так, это у нас непонятно. Это большой болт. Чтобы вы понимали, закручивать всем надо очень большим болтом. Девочки у меня смеются, конечно. Так, а можете его открутить, там что-то в середине. Ага, здесь ничего. Просто нужно закрутить большой болт на этот коронавирус. Так, хорошо, продолжаем. Так, следующая у нас посылочка. Не знаю, что это опять. Еще у вас не такой понятный. О, прикольненький чехольчик такой интересный. Кожаный, вот можете посмотреть. Открываем его. Ага! Это тряпочка, я так понял, чтобы протирать. И это у нас такой, это бинокль. Это интересный такой маленький бинокль, чтобы наблюдать. Ну, тут показано на рисунке всякие птички, там за людьми подглядывать.
Вот такое. Спортсмена сейчас проверю. Ого. Ну, прикольно. Ну, качество бинокля такое себе слабенькое. Но мы еще посмотрим, проверим, что это. Так, следующая у нас посылочка. Не знаю, что это, но оно уже смешно. Ага. Это нужно закрыть. Это нужно закрыть, чтобы... Это трубочки для напитка для девочек. Это мы не будем показывать. С такими смешными, маленькими, китайскими. Вы сами поняли, не буду говорить, что это. Так, и следующая посылка. Переходим. Такого у меня еще никогда не было. Так, ага. Это прикольная игрушка. Это на чай. Сюда можно засовывать рассыпной чай в виде акулы. Вот так, сейчас вам покажу. И так надеваешь его на чашечку, и рыбка типа там что-то с хвостиком идет. Так, следующее. Это, походу, это шапка. Смешная вещь. Да, это вязаная шапка китайская. Сейчас я вам скажу, сейчас это... О! 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 Шапка украинская, футболка украинская, семки украинские. Это такая шапка. Надеюсь, кстати, она не пахнет ничем. Нормальный запах. Йоу-йоу! Так, переходим к следующему. Ага, здесь у нас еще одна шапка. Прикольно, это всего за $15, ребята. Не могу открыть, вот тяжело. Так, будем мерить другую шапку. Так, это уже сюда отложим. Эта шапка специально была придумана для меня. Когда на лыжи поеду, буду ее одевать. Это же я, Вадик Миньончик. Миньон Вадик. Ну, короче, за $15 две шапки гарантированно получаете. Так, и посмотрим следующее. Ага. Не знаю, ну, это вообще... Вообще, это для чашек, я так понял, но... Странно, с флагами Америки. Вот сейчас вам покажу. Зацените мою шапку миньона. Ну и это все. Пустая коробочка, больше ничего нету. Все, всем спасибо за видео. Всем спасибо за видео, затупил. Ну ладно, короче, не суть не в этом. Ставьте лайк авансом, чтобы я заказал следующий сюрприз бокс. Подписывайся на канал. Все, спасибо, пока.